Смотрите, давайте начнем с предмета визуализации. Многие люди думают, что вот вся фишка в предметах, да? Чем больше вы расклеите плакатов с деньгами у себя в комнате, тем лучше, да? Чем больше вы накупите всяких статуэток, тем лучше. Ребята, это все херня. Вот я удивляюсь людям, которые покупают всяких котов, статуэток и думают, что они Будда, трут им там живот и думают, что они притянут им деньги. Но это бред, ребята. Это такой бред. Это просто предметы. Вот у меня есть предметы визуализации. Смотрите. Сувенирные деньги, но это настоящие деньги. К примеру, да, у вас есть сувенирные деньги. Вот у меня есть предметы визуализации. Моя мечта, вот мои цели. Картина вот такая есть. Правильно, да, я ее держу. Вот такая вот картина, да, с миллионом долларов. Это все визуализация. И многие люди думают, что вот этого достаточно. Чем больше всей этой херни, тем лучше. Сходил вот для вас, подоставал все, что у меня есть. Вот такой вот у меня есть еще доллар, да? Вот, ребята, это все визуализация. Вот такой вот у меня еще есть кот. Да, вот у всех есть такие коты. Вот этот кот притягивает деньги. Ребята, ни хрена это не притягивает деньги. Денег у вас так никогда не будет. Запомните, визуализация не работает, если не работаете вы. Итак, определились, да? Этот весь хлам сам по себе не притягивает деньги в вашу жизнь. Эти все предметы должны создавать правильную обстановку, чтобы эта обстановка создавала у вас правильные мысли, а эти мысли указывали вам правильный путь. И потом только вы вот этими ручками вот делаете что-то и добиваетесь успеха. Вот как это работает. Первая ошибка. Какую ошибку допускают многие, но это самая банальная ошибка. Вот я хочу миллион долларов, я хочу миллион долларов, я хочу миллион долларов. Вот у вас есть цель, у вас есть деньги. Вот. Миллион долларов, я хочу миллион долларов. Это все бред. У вас никогда не будет миллиона долларов. Во-первых, нужно говорить в настоящем времени. У меня есть миллион долларов, или еще лучше, я долларовый миллионер. Но это не так важно. Вся фишка в том, почему у вас никогда не будет миллиона долларов? Потому что вы концентрируетесь на цели. Вы просто концентрируетесь на желании. Я хочу миллион долларов. Ребята, хотение, желание, оно вообще не приносит денег, понимаете? Это просто желание. Все желают, все хотят быть богатыми, понимаете? Мне вот многие пишут на почту, в личку, говорят: Тарас, у меня есть огромное желание добиться успеха. И что? У всех есть желание. Само по себе желание вообще ничего не решать. Это просто желание. Вот у меня есть желание сейчас, ребята, поднять руку. Огромное желание. Вы не представляете, какое у меня есть огромное желание поднять руку. Видите, рука не поднимается. Но у меня есть желание. Оно просто есть. Понимаете? Желание не работает. Концентрация на цели не работает. Понимаете? А теперь я взял и поднял руку. Намерение действовать поднимает руку, а не желание. Что вам нужно делать? Вам нужно концентрироваться на состоянии. Вы уже миллионер. Говорите себе: я долларовый миллионер. Все, и успокойтесь, понимаете? Вся фишка в том, чтобы это не поддавалось сомнению. Если даже вы говорите в настоящее время: я миллионер, а потом такие себе говорите: да ни хрена я не миллионер. То есть вы сомневаетесь, ничего не будет работать. Вы должны отпустить, вы должны расслабиться, понимаете? Вы не должны концентрироваться на этих деньгах. Вот прям так жестко, потому что вы создаете, да, огромную важность, и тогда у вас денег не будет. Вы должны расслабиться. Вы должны говорить: да, деньги — это классно. Я долларовый миллионер, у меня есть миллион долларов, но я пока не могу им пользоваться. Как я себе написал на своем конверте визуализации. Я уже богатый человек, уже у меня много денег, да, у меня тогда ничего не было. Я просто себе говорил: у меня есть много денег, и я долларовый миллионер. Просто сейчас я пока не могу пользоваться этими деньгами. Все, вы думаете о деньгах, вы тратите деньги. Заходите в Google и тратите деньги, как я, по Бода Шеферу. Ведете журнал. Тратьте деньги. Сегодня тратьте 200 долларов, завтра 400, потом 800, потом 1000, да, потом 2000, потом 100, потом миллион тратите. Тратьте деньги.
Заходите в Google, смотрите, сколько стоит яхта, сколько стоит автомобиль, сколько стоит дом вашей мечты. Вы уже миллионер, тратьте деньги, прокачивайте свой мозг. Но не парьтесь, что у вас этих денег нет. Понимаете, в чем разница? Вот правильная визуализация. Вот мы с вами подошли ко второй ошибке. Вторая ошибка – это негативные эмоции, это огромная важность. То есть вы концентрируетесь на нехватке. Так же было у меня, да, я хочу миллион, но миллиона у меня нет. Как визуализирует обычный человек, да? Эх, круто было бы иметь миллион, я хочу миллион, я хочу миллион, но завтра мне идти на работу. Вот и все. Все, какой миллион, понимаете? Ничего не будет работать, вы концентрируетесь на нехватке, вы несчастливы. Эх, вот будет у меня миллион, будет мне хорошо, а сейчас мне плохо. Все, ничего не сработает. Вы уже должны быть счастливы, понимаете? Итак, что вам нужно делать? Вам нужно испытывать позитивные эмоции, когда вы визуализируете. Вы должны визуализировать с улыбкой. Вы должны себе там тратить миллионы. Вам должно быть хорошо, только позитивные чувства. Если вы визуализируете, и вам вот где-то там глубоко внутри плохо, ничего не получится. Да, через это нужно пройти. С этим нужно работать, не будет вот так вот просто, понимаете? Я просто от денег кайфовал, понимаете? Я пел мантры. У меня есть 2 миллиона, у меня есть 2 миллиона. Я пел мантры, реально я пел мантры под музыку. Я, наверное, даже сюда вставлю это видео, да, с мантрами. Вот даже мой комментарий вы можете увидеть, да, как мне мантра помогла. Но сама мантра – это просто музыка, понимаете? Отношение важно, понимаете? Как вы относитесь? Я просто пел с хорошим настроением и все. Понимаете? Вы должны все знать о деньгах. Я настолько любил деньги, я знал, вот, какая толщина этой пачки, когда у меня не было денег. У меня были сувенирные деньги, я печатал деньги на принтере, я их расклеивал, я все знал о деньгах. Я знал размеры, сколько весит купюра. Знаете, сколько весит купюра? Я вам уже говорил. А знаете, сколько денег помещается вот так вот? 10-тысячных пачек, сколько денег вот так вот помещается в руке? Многие этого не знают. Ребята, как вы хотите иметь деньги? Я вам даю гарантию, что большинство подписчиков, да, наверное, 100%, не знают, сколько вот так вот помещается денег у вас в руке. Сколько пачек. Я это уже знал давно. Вот почему у меня есть деньги, понимаете? Важно уже чувствовать себя богатым. Входим к самому финальному, да, вот все хорошо, мы счастливы, мы визуализируем. Мы, например, нюхаем деньги. У нас вот золотые доллары везде. Коты нам машут руками, нам хорошо. Мы под бит качаем вместе с этим котом, да? Все у нас идет хорошо. И вот третье, что люди не понимают, что визуализация не работает, когда не работаете вы. Она никогда не будет работать. Вам нужно действовать. Вот эта вся визуализация, вот эти все мысли должны вас так мотивировать, что вы должны сразу идти и работать над своей мечтой. Сразу. У меня кровать была от рабочего места в метре. Вот метр. Я визуализирую, визуализирую, мне хорошо. Бац, идея. Я за компьютер. 10 часов за компьютером. Лег, вырубился, проснулся, включил аудиокнигу. На паузу, идея. Записал в блокнот, за компьютер. Опять 10 часов за компом. Опять лег, опять визуализирую. Вот как это все работает. И еще, что важно, если вы визуализируете, да? Например, вы работаете грузчиком и вы визуализируете. Вот, я хочу миллион долларов. Нет, я уже миллионер, вы говорите, у меня есть миллион долларов. Но идете на работу, потом опять визуализируете, опять идете на работу. То есть вы ничего не делаете. То есть вы год визуализировали и год проходили на работу. Разве что-то так получится? Нет, ничего не получится. Я тогда понимал, я миллионер, да? Вот, у меня состояние миллионерское, у меня денег нет. Я заработаю миллион на обычной работе, на наемной. Официантом, грузчиком, там, курьером. Нет, никогда не заработаешь ты миллион. Все, значит, я там работать не буду. Ну, логика, да? Хорошо, где можно заработать миллион? На трейдинге можно? Конечно. И вот 100-долларовая купюра в кошельке, когда вы идете,
у вас лежит в кошельке 100 долларов, да неважно, 1 доллар, и вы все время тратите деньги. Идете и мысленно тратите, тратите. Это же та же самая визуализация, понимаете? Проходите мимо какого-то магазина, да, купили, купили. Проезжает какая-то машина, да, вы достали там миллион раз 100-долларовую купюру, купили машину. У вас эта купюра бесконечная. Представьте, что у вас в кошельке бесконечная 100-долларовая купюра или долларовая купюра, и вы ее можете тратить. Ходите, покупайте все, покупайте весь город. Вот так это работает. Вы визуализируете, вы прокачиваете себя. Мозг привыкает к деньгам, к богатству. Вы знаете, что для мозга без разницы. Или вы об этом мечтаете, или вы это видите. Вот, вы мечтаете об этой пачке, и вы видите эту пачку. Для мозга без разницы. Блин, дрель. Когда сверху сверлят, вы знаете, как сделать так, чтобы перестали сверлить? Не париться, расслабиться. Понимаете? Если вы сейчас будете, блин, какого хрена, я только начал снимать видео, сверлят, мудаки, ну когда вы закончите? Будут сверлить целый день. А вот если вы расслабились, отпустили, не паритесь, скоро все затихнет. Да, вот так вот это работает.